Всем доброго дня, это Hewab Design, меня зовут Александр. Сегодня я хотел по-быстрому записать небольшое видео, как ответ на вопрос. Здесь в комментариях меня Михаил Синяков спросил о том, как реализовать, как это сказать, паттерн, в котором есть некоторый массив цветов и несколько элементов на странице, которые количество их не совпадает. То есть цветов может быть меньше, чем элементов, может быть больше. И необходимо просто брать по очереди все цвета, если они заканчиваются, то все это повторять. Ну, я хотел предложить вам свое решение, и давайте сразу же и приступим. Я использую ресурс SessMaster, это веб-приложение, которое позволяет очень быстро и легко тестить нам все, что касается SAS, с какими-то сниппетами обмениваться. Здесь есть интеграция с GitHub, я потом сохраню все, что у меня получилось в GIST, и привожу ссылку к описанию. Так, сейчас добавим здесь emit. Да, добавилось. Создаем переменную, в которой одномерный массив с цветами. Colors list. List. Red, blue, green. Чтобы не выдумывать. List of colors. Потом я покажу, как работать с двумерными массивами, с хэшами, с мэпами, кому как удобно. Решение будет чуточку отличаться, но на самом деле не сильно. Здесь red. Для наглядности изменим на f01. Здесь blue 1.0f и green 1.f0. Так. И в переменной будем хранить количество элементов, к которым будем это все присваивать. То есть количество, какое-то количество контейнеров на странице. Пусть это будет 7. Его можно динамически откуда-нибудь брать. Здесь для демонстрации это будет, я думаю, очень наглядно. Пишем простой цикл for. For loop for lists of colors. For переменная и значение 0 до n. Я объясню, почему значение 0, а не 1. Так, к диву end of type используем экранирование для того, чтобы значение переменной i можно было использовать в селекторах. I плюс 1. Так, background, red. Сейчас я проверю, все ли правильно. Да, конструкция. Нет, неправильная. I плюс 1. 1, 2, 3. Для работы с массивами у нас есть функция end, то есть нам нужно брать n-ный элемент цвета и просто присваивать background. End colors list. Первый аргумент — это сам массив, второй аргумент — номер. Если мы просто будем брать ith элемент, на самом деле и плюс первый, потому что 0 не может быть индексом, то нам скажут, что четвертого цвета не существует, потому что элементов 7, он будет пытаться найти четвертый элемент. Для этого мы просто можем взять и по модулю. И будем мы его брать по модулю от длины нашего массива colors list. То есть уже сейчас мы видим, что решение работает. Red, blue, green, red, blue, green. Если мы добавим сюда цвет, например, purple, то он быстро встанет на четвертое место. Все дальше идет нумерация после него. Если мы увеличим или уменьшим количество элементов, то весь паттерн повторится. Оставим 7, чтобы влезало на страницу. То есть теперь, что касается мэпов, с ними будет немного посложнее. Не столько посложнее, сколько так, какие-то худшие комментарии. Так, вот. Так, вот. Что там даже тут? Табать-то не хочет. Div, end of type, да-да-да, все хорошо. Хотелось как-то вот так вот поставить, вот, чтобы это все. Так, for loop for maps of colors. Скопируем его, он не сильно будет отличаться от предыдущего. Раскомментируем здесь. И если мы просто изменим переменные с colors list на colors map, то нетрудно догадаться, что он будет возвращать. Что делать-то будешь, а?
Он будет возвращать пары элементов, и нам по понятным причинам нужно только значение. Если рассматривать все вот это выделенное выражение как простой одномерный массив из двух элементов, которым он, собственно, и является, мы можем использовать ту же самую функцию nth для того, чтобы всего лишь взять второй элемент из него, все, конец, решение работает, только значения цветов присваиваются по очереди. Ну, здесь можно, опять же, добавлять это все как угодно. Добавим, например, еще один purple. Он попал на четвертое место, после него все пошли по очереди. Как вам? Напишите в комментариях, как вам нравится такой формат ответа на вопросы. Если вопросов станет существенно больше, наверное, на все я ответить не успею. Но самые интересные буду разбирать, как-то вот так делиться своими мнениями по этому поводу. И подписывайтесь на канал, не забывайте лайкать, расшаривать все эти видео в соцсетях, подписываться на наш Twitter, ВКонтакте. Всем удачного дня, пока!